ведет по склону. Держи. Алину. Давай-ка здесь поаккуратнее. Ветер тут бешеный. Надо идти дальше. Знаешь, даже если мы ничего там не найдем, отец все равно бы тобой гордился. Я знаю, но у меня хорошее предчувствие. А, черт! Ты в порядке? Оступилась. Все нормально. Еще по чуть-чуть. Лара! Ты цела? Иона! Я здесь! Нет! Я сейчас за тобой слезу! Нет! Слишком опасно! Я сама вылезу! Стой на месте! Надо перепрыгнуть! Да-да-да! Хватайся за руку! Лара, чтоб тебе? Меня чуть инфаркт не хватит. Похоже, нам туда. Не дурно. Если погода испортится, переждем тут. Думаешь, найдем этот твой город? Шансы, конечно, невелики. Но старый проводник сказал, что видел в горах какие-то развалины. Ну, пожалуй, если бы мне пришлось прятать забытый город, я бы выбрал как раз такое захолустье. Надеюсь, троица нас не обогнала. Буря надвигается. У нас от силы часа два. Хватит. Мы почти у вершины. Что думаешь? Мы близко, Иона. Вроде бы надежно, но держись ближе к стене. Ладно. Дальше придется лезть. Смотри, чтобы лед на голову не упал. Ага. Идем медленно. Держись рядом со мной. Берегись! А, черт! Чудом спаслись. Валится!
медленно. Держись рядом со мной. Беги! О, черт! Чудом спаслись. Нет в нашей жизни большей жестокости, чем ее скоротечность. Отступать поздно. Она должна быть здесь.
папиных документах что-то было про это. Сказано, что гробница скрыта в скалах над одним из забытых городов. В легенде упоминается оазис, в котором был похоронен пророк. Невероятно. Таковы чудеса пророка из Константинополя, бесчестно убитого орденом Троицы. Вот пророк разговаривает с чужеземной армией. Он убедил их сложить оружие. Вроде бы какая-то карта, но разобрать слова очень тяжело. Он провел своих учеников через пустыню, к оазису. Потайной вход. Ищут гробницу. Надо найти ее раньше них. Так, здесь он исцеляет людей. В отцовских записях это упоминается. Я подзабыла греческий, но он указывает на что-то спрятанное неподалеку. Я помечу места на карте. Потрясающе. Вот бы папа видел. Надо попасть внутрь. Thank you.
Орден Троицы неумолимо преследовал пророка и его учеников, пока не настигли их в укромном оазисе. Черт, чтоб тебе! Тут была битва. Вооруженные солдаты против пилигримов. Орден Троицы. Пророк убит Орденом Троицы. Сын мой, Орден Троицы. Похоже, что стена непрочная. Только бы сработало.